Кирове можно достичь того, чего хочет каждый человек. Потому что реализация каждого человека зависит только от него самого. Контекст, в котором он находится, город, страна, он не важен. Я отношусь очень хорошо к тому, что я живу в Кирове, что я вернулась, я ни о чем не жалею. Потому что тот опыт, который я получила в Москве, он мне дал возможность очень быстро, скажем так, стартануть по карьерной лестнице. И ты понимаешь, что ты живешь не в каком-то мегаполисе, да, а в городе, в котором ты можешь работать на достойном месте, получать достойную зарплату и в то же время отдыхать душой в шаговой доступности. Он не быстрый, он спокойный город, вот, в котором можно, ну, не знаю, и жить, и наслаждаться, и все успеть. Вот самое главное, наверное, это все успеть. Я не думала, что я столкнусь с огромным количеством людей, которые занимаются тем, что им нравится, и это приносит, ну, больше или меньший доход, и они получают от этого радость, огромную радость. Ведь реализация человека не заключается только в том, какое место он занимает на карьерной лестнице. То есть можно быть топ-менеджером, а можно быть руководителем уровня начальника отдела, но уже достичь определенных успехов в создании того, что человек делает на своем месте. Либо это фотографии, либо это медицина, либо это, там, неважно, экономика та же, там, управление, без разницы. При определении выбора, стоит ли заниматься собственным делом, необходимо понимать две вещи. Первая вещь – готов ли ты к переработкам? Готов ли ты к персональной ответственности за все, что находится у тебя в руках? Если тебе нравится выполнять задачу, которую ставят сверху, ты знаешь, что при постановке задачи ты ее сделаешь очень хорошо. Но если тебе необходимо самому сформулировать задачу хотя бы для самого себя, и это у тебя плохо получается, то, наверное, стоит подумать, а твой ли это выбор в создании собственного дела. Если раньше, скажем так, возможно, была ориентация на то, что больше приносит дохода, то сейчас подростки сами пытаются, ну, вот найти плюсы и минусы той или иной профессии, специальности, чтобы потом пойти работать по этой специальности. И поверьте, удовольствие, радость и внутренний комфорт и ощущение того, что ты достиг своей цели, оно нисколько не меньше, а зачастую даже больше у тех людей, которые умеют делать что-то свое лучше, чем другие. А этого, опять же, может достичь абсолютно каждый.